Добрый день. Сегодня 10.10.2021 года. Погодка стала уже жаркая. Вон люди купаются. Видите, сколько людей уже отдыхать приехало. Сегодня реально очень хорошая погода. Купаются, загорают люди. Так что можете ехать уже обратно. У нас лето вернулось. Сегодня здесь дельфинчики плавали, я не успел заснять. Погодка реально стала очень хорошая. Я сегодня прыгал в море, что завтра уже все, должен уехать. Ну, такая, вначале прыгаешь прохладненькая, потом привыкаешь, становится хорошая. Так что еще раз говорю, едьте обратно отдыхать. Будем лето начинать заново. В принципе, этого и ожидалось, что вот эти холода пройдут, и все наладится, будет опять тепло. Ну, видите, сколько людей. Там по аллее много людей гуляет. Правда, ничего не работает уже. Пару мест, где можно будет покушать из развлечения, тоже практически ничего нету. Зато можно сейчас в море купаться. Даже бывает и дети купаются. Прогулки, рыбалочка еще работает, то, что сегодня проходили, объявляли. Кто-то, наверное, будет смотреть это видео и будет смотреть в окно. А в окне там будет все белое-белое. То есть, у кого уже снег пошел, ну, хоть море Архипское будет греть душу воспоминаниями. Ну, снег тоже, конечно, красиво. Ну, здесь все равно лучше. Да, вот сейчас подождите, солнышко вам сниму. Вот оно, чтобы оно вас согревало. Смотрите, какое у нас сегодня солнышко здесь в Архипке. Большое, красивое, теплое. Так, в принципе, конечно же, людей не так много. Но все равно местные тоже ж приезжают. Местные в такую погоду на выходные всегда приезжают. Сегодня, в принципе, выходной день. И здесь, наверное, больше половины приехало. Краснодар, Ростов. Сдалека, конечно, здесь будет, наверное, мало людей, которые поприезжали. В принципе, обстановочку вам рассказал. Думаю, длинное видео не буду снимать. Вот такое вот море у нас. Оно, кстати, чистое, прозрачное. Видно не будет, наверное, через планшет. Ну, а так оно очень чистое. Все, всем желаю такой же погоды. Удачного дня.